Приветствую вас, дорогие мои друзья. Пришла с работы. Сначала не решалась, потом думаю, ну почему бы вам не показать такую красоту? Подарили цветы. Очень рада. Красивые цветы. Постараюсь ближе показать. Честно говоря, ну скажем так, приятный сюрприз, даже не ожидала. Приятно, приятно получать цветы, что там говорить. Неожиданно. Неожиданно, приятно. Но розы, конечно, бесподобные. Представляете, какие розы. Ну, надеюсь, вам видно. Знаете, чем мне нравятся белые розы? У них, ну, настоящий свой запах розы, аромат розы. Конечно, красные, алые бывают, даже желтые. Но вот белые, они прямо вот, знаете, источают аромат благой роз. Шикарно, конечно. Так что буду вот так вот сейчас любоваться. Переполняют, конечно, эмоции. Красиво. Я не ожидала, но подарили. Самое главное, так приятно, когда не ждешь, и тебе такой подарок. Я себе сделала креветки. Масло, укроп, лимон, чеснок. Очень вкусно получается. Все обжарили. Вот, сейчас попью чай с финиками и буду любоваться розами, поэтому решила вам тоже показать. Так что желаю вам всего самого наилучшего и очень рада. Пусть в ваших домах будет мир, благополучие и счастье. Всего вам доброго, дорогие мои друзья.